Добре знайомий смак перемоги. Антон Артюхов 11 разів ставав кращим у світі з кікбоксингу. А тепер спортсмен з Краматорська виховує нових чемпіонів. Шлях до підкорення спортивних вершин був непростим. Але маючи віру у себе та підтримку, можливо, все. Невигадана історія Антона Артюхова доводить це. Батько Антона мріяв виховати своїх синів успішними спортсменами. Антон ще дитиною часто бував у боксерській залі. Його старший брат Сергій був чемпіоном Європи з боксу. Брат їздив на тренування, мама на роботі, отець теж працював. І мені приходилося давати, як нянчились мене в залі. Ну, я там балувався, бігав, так особо не розумів. Я приїжджав на соревнования, мама там, отець переживали. Ну, отець взагалі проводив ці соревнования, там все время я його не бачив. Я особо не понимал, дерутся, прикольно, классно, и все. Так у меня, как все пацаны, футбол любил играть, плавать любил. Мама розповідає, ще коли він не почав займатися спортом, вже був зображений на афішах змагань. Антоша, он вообще присутствовал на всех соревнованиях и был нашим семейным и, наверное, спортивным талисманом на всех спортивных соревнованиях. Сначала это было на уровне Краматорска. Наш отец организовывал бокс сначала на уровне тоже Краматорска, потом и областные, и уровень Украины были соревнования. И вот Антоша как стал талисманом. Потом его разобрали его фотографии и уже в других городах тоже использовали как на афишах, как талисман, как на афишах. Так что, да, Антоша стал сначала звездой на афишах. У 10 років записався до секції боксу. Стало цікаво, коли виграв перші змагання. А от поразки спочатку сприймав дуже болісно. Пример брат був, звісно. Він для мене пример і учитель, і тренував мене, і виводив на ринг. Для мене було дуже важливо в початку кар'єри, коли був маленький. Дуже приємно, коли виводив. Всі там, он, брат чемпіон Європи. Хотелось, конечно, тоже добиться таких результатов. Определенный промежуток времени я помогал ему тренироваться, тренировал его где-то в чем-то, ставил ему руки. Конкуренции никакой не было. И по сей день я безумно счастлив всей его достижениям. Это мои, как мои достижения, я им рад как своим. У 14 Артюхов змінив спортивний напрямок і почав займатися кікбоксингом. Отец также решил попробовать меня в кикбоксинге, потому что его друг проводил в Луганской области чемпионат Украины. Я говорит, пусть твой сын приедет, попробует. Вот. Я думаю, какой там кикбокс? Я никогда ногами не бил, не умел это. Ну, все-таки он настоял на этом. Я его слушал, всегда прислушался к нему и решил попробовать. Ну, что мне? Попробуй, попробуй, не получится, не получится. И выходил полностью спокоен, потому что мне этот безразлично было. Ну, как бы настраивался, понятно, на бой, но страха проиграть не было. Это самое главное, что он меня беспокоило. И я держал победу. Две золотые медали. Медали по фулл-контакту и по лайту. Цю перемогу він здобув, володіючи лише двома прийомами ногами. Такий старт у кікбоксингу став лише початком великих досягнень. Загорелся. Причому загорелся не тоді, коли виграв, как бы, а коли ко мне подошел президент Федерации Донецкой области и сказал, надо готовиться на чемпионат мира. Пойдеш на сборы, проявишь себя хорошо, получишь место в сборной.
И тогда загорелся. Тогда начал готовиться. Ну и с тем временем меньше уделять времени боксу. Перший чемпіонат світу, у якому Антон взяв участь, проходив у Шотландії. До нього він дуже серйозно готувався і в результаті став чемпіоном. Перший бой дуже теж опять перегорів. З шотландцем, кстати, з місцем теж я волновався, з місцем попався в першому ж бою. Ну, всі говорили, що бой був рівний. Перші два раунди я виграв, а третій програв, ну вже дихалки не хватило. Вот. Ну, йому дали победу. Спорное такое, спорное поражение было. Ну, была еще возможность завоевать медаль в лоу-кике. Ну, эту я возможность использовал и стал чемпионом мира. Після цієї перемоги Антон хотів знову опинитися на чемпіонаті світу і перевершити свій результат. Хотілося ще раз поїхати, потому что я чувствовал, что мне повезло тогда. Я провел два боя. Причем в финале у меня травмированный соперник был. А мне хотелось показать себя больше, получше себя проявить. И поэтому готовился к следующему чемпионату мира. Он проходил в Германии. И тогда был на высшем уровне чемпионат мира. Я тогда бывало за день проводил по 2-3 боя. Тогда намного тяжелее было. И тяжелее. Я был самым младший в возрастной категории. Ну, вчилась победити. Тоді завоював дві золоті і одну бронзову медаль. За час заняття кікбоксингом Антон провів 100 поєдинків, у яких отримав 94 перемоги. На міжнародній арені – 31 бій. У 26 з них вийшов переможцем. Поздравляємо! Кожен чемпіонат світу ми какие-то выводы делали. Вот, то есть в первом мы поняли, что мы неправильно готовились, надо больше там на ноги уделять, например, что-то добавить, что-то и не нужно было делать. В Германии опять так же я каждый чемпионат мира примерно приезжал с травмой. Ну, зато поездил по европейским больницам. Да, уровень увидел в больнице, как там, ну, все на высшем уровне. Все понравилось. Так в Америке это уже было. Чемпионат мира в 2012 году. И там уже получил лоу-кик по колено. Тот удар, который запрещено бить в кикбоксинге. Ну, на него мало кто акцентирует внимание, потому что ну, случайно можно. То есть можно бить поляшкой либо по икре. Ну, можно случайно попасть по колено. Им сделали раз замечание моему противнику. Это уже финальный бой был. Два замечания. Третье вот у меня уже связка не выдержала и надорвалась крестообразная связка. И почувствовал сильную боль в колене, и пришлось остановить бой. Вот, ну, в Америке тогда у меня две серебряные медали было. И на следующий день я выступал по фулл-контакту, но у меня уже травмированная нога была. Не получалось так, что я не мог поворачивать колено, когда я разворачивал, ну не колено, а ногу разворачивал. У меня связка не держала, я падал. Ну, бывало такое, что я боксирую, просто меня соперник не трогает, но я падаю, и мне считали нокдаун. Незважаючи на травми та інші перешкоди, Антон завжди боровся до кінця. Таке завзяття і допомогло йому стати 11-кратним чемпіоном світу. Говорили в 2011 году, ну, не уступай в этом контакте, там у тебя сильный соперник, давай лучше оставим силы на завтра, чтобы ты победил. Я со слезами на глазах говорил, что нет, я буду боксировать, мне все равно. Правильне налаштування на бій, яке воно? У Антона Артюхова є власний спосіб підготувати себе до виходу на ринг. Мне музыка помогала, наушники одевал, ходил. Мне плохо настраивался, когда постоянно сидел в зале. Там душно, бои, все время кто-то кричит, напряжение это, мне оно мешало. Я в основном, когда уже прошли воды, понял, как мне надо настраиваться, одевал наушники и пошел гулять куда-то, например, в Харькове там.
ходил, гулял, смотрел, там, дышал воздухом, на природу смотрел и все. Отвлекался от всего. Мне звонил отец, когда там мне осталось 10 пар до моего боя. И тогда я приходил, начинал готовиться к поединку. Ну, главное, чтобы не было вот этого, не перегорал внутри. Маленького волнения можно, но главное, не заря для меня было. И тогда я показывал хороший бой. У 2017-му він став кращим спортсменом України з кікбоксингу. У 2018-му в 11-те став чемпіоном світу. Змагання проходили у Римі, і краматорський кікбоксер виграв 3 золоті медалі. Але радість від перемоги була затьмарена втратою батька. Через декілька днів після повернення додому з Італії серце тата зупинилося. Він завжди був рядом зі мною. Возил меня на соревнования, когда не получалось, всегда на связи был. Он искал мне тренеров, подсказывал, как мог. Все, что мог, он мне дал по спорту. Знаете, недавно я видел фильм или видео, сказали, что отцы дают тебе то, что не могли дать себе, то есть то, что не получилось у себя в прошлом, то есть они пытаются вас сделать, как и у вас есть. Ну, наверное, так получилось, потому что папа хотел стать тоже спортсменом, но не получилось, там у него там травма с рукой была. Вот, и меня сделал чемпионом. Я и брата сделал чемпионом в первую очередь, потом уже меня. Олександр Артюхов був віце-президентом Федерації кікбоксингу Краматорська. Коли його не стало, Антон припинив свою кар'єру спортсмена і став виконувати обов'язки батька на цій посаді. Моя робота заключається документально. Я готовлю документи, положення і так далі. І було тяжело. Я навіть просив, як-то папу, научи мене там чомусь. Я говорю, та, не переживай, я у вас є, я вам все зроблю. Коли його не стало, все якби на мене обрушилось. И приходилось всему учиться, тоже спрашивать, интересоваться. Там, ну, мне год понадобился, чтобы понять, как все правильно делать. Потому что, когда готовил документы, у меня была задержка месяц-два, ну, не успевал все подготовить. Научился. Антон очень во многом похож на своего отца. Унаследовал этот стойкий бойцовский характер. И, наверное, ну, просто я не знаю, конечно, мы с ним говорили, продолжать дело отца, не продолжать, потому что это тоже очень большая, грандиозная работа, тоже и финансовая, и очень много бумажной работы, и организация, все это. Ну, вот они с братом организовали первое соревнование, удалось. Ну, это здорово, что он продолжает, и в этом и схож на него, що він движеться вперед. Вже 2 роки Антон тренує. Спочатку поєднував свої тренування з тренуваннями своїх підопічних. А тепер повністю зосередився на тому, щоб виховувати майбутніх чемпіонів світу. Я тренував спочатку одного чоловіка. Мені подобалося. А ще сильніше бажання з'явилось, коли мой подопечный первый раз на соревнования выступил. Мне понравилось то чувство, когда тренер переживает. Ну, и пошел в развитие как тренер. Возрастной рамки нету. Как и взрослых бывает тренируют, так и детей. Но результат показывает у меня в основном так и младшая возрастная группа. Серед вихованців Артюхова поки що тільки чемпіони Краматорська та Донецької області. Але це лише початок. Спочатку тренував боксу, ставлю ноги, движення на ногах, щоб руки били нормально в стоечку, изучаем, а потом только переходим к ногам. Подманували, подарили, угончики поділи, повидергали, оп, троечка.
программа уже все выстроена, что в понедельник делает, что в среду, что во вторник, что в пятницу, ну, в любой день у меня уже все из головы. Как надо построить программу, чтобы были хорошо подготовлены. Конечно, я изначально готовлю там на выходных, что как они должны отработать, а на буднях уже тренирую. А где ты брал эту программу? В голове все. Все у меня, как я тренировал, как я готовился, я все лучшее собираю и рассказываю парням и подношу на тренировку. Антон зі своїми спортсменами завжди знаходить спільну мову. Для них він хоче стати не просто тренером, а другом. Дети должны понимать, что тренер не просто как какой-то левый мужик, который меня тренирует, но и довериться должны человеку, рассказать, например, проблемы какие-то. Либо чтобы они могли рассказать, вот я переживаю, что мне это не получается, чтобы я ему мог подсказать, как правильно сделать. Я почав займатися цим ділом ще півтора роки тому. Мені це подобається, по-перше, це самозахист, це саморозвиток тіла. Також про змагання – це дуже драйв, ти переживаєш, усі переживають, і ти за себе, і батьки за тебе теж переживають, і це класно. Він нам завжди допомагає з усім, перед змаганням він нам… Він завжди нам говорить, щоб ми не боялися чогось або когось. Ми просто йшли і робили своє діло. А ти як тренер? Добрий. Він на нас не кричить, ніколи ще не кричав. Класний, може підбадьорити завжди. Роботу тренера і віце-президента Федерації кікбоксингу поєднує ще з викладацькою діяльністю. Антон – вчитель фізичної культури у 16-й школі, у якій навчався сам. Тут його добре пам'ятають як учня, що прославляв Краматорськ та Україну на весь світ. Антон – це наша була гордість, коли він вчився в школі. От. Він був у нас, наш був школяр же, він навчався на наших глазах, він навчався з нами. Ми йому, я хочу так сказати, допомагали в цьому навчанні, от, допомагали в чому навчали. І нам було радісно, коли він почав виборювати ті всі вищі нагороди, які можуть бути. Якщо викладає фізкультуру 11-кратний чемпіон миру, це дуже гарний приклад для дітей. Вони розуміють, що, як сказати, що це та людина, яка дійсно може щось їм розказати, показати і чомусь навчити. Бо головне, він вміє це робити сам. Бійцівський характер Антона Артюхова і віра в себе, яку вселив йому тато, допомагають у житті. А саме, попри усі труднощі, рухатися вперед і з позитивом дивитися у майбутнє. Якщо б мій батько, у мене все б цього не було. Я б не тренував, я б зараз вам інтерв'ю не давав. У мене не було б той должності, яка у мене зараз є. Хто б знав, що було б, якщо б мій батько. Так що все благодаря йому.